Доброе утро всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 2 марта 2023 года. Сегодняшняя ночь в Одессе прошла не совсем спокойно. Была у нас одна воздушная тревога, длилась она полчаса, началась в 1:40 и отбой дали в 2:10. Причина тревоги – это угроза применения баллистического вооружения. У нас в Одессе во время тревоги все было спокойно, а вот в Запорожье сообщают о прилетах. Есть информация о том, что россияне ударили ракетами по жилому дому в Запорожье. Уже появились первые фотографии. Значит, последующее время ночи было спокойным, тревог больше не было. Взрывов в городе никаких не звучало. За область тоже ничего не сообщали. И по информации, которая известна на сегодняшнее утро, ни в Одессе, ни в Одесской области за прошедшую ночь прилетов нет. Обстановка остается максимально напряженной, максимально тревожной, потому что сообщалось ранее о том, что Российская Федерация может уже не наносить масштабных ракетных ударов, а бить точечно, то есть определенно по какому-то региону. Вчера, к примеру, был нанесен удар по Кременчугу. Поэтому огромная просьба, реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Я всем желаю мирного неба над головой, хорошего дня, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. До встречи. Всем пока.